друзья, подписчики, всем огромный привет. Какого-то специального видео у меня для вас нету. Я знаю, что надо выкладывать, и как бы уже всего пару дней видео нету, уже люди пишут, что почему видео нет. У меня видео есть, не могу я их никак, нету времени монтировать вообще никакого. То есть, сейчас все, я вам рассказывал, делаю на своем компе. От онлайновой программы я вам говорил, отказался. И, ну, сейчас это было видео тоже, я вам говорил, сейчас выходные были долгие, связанные с Днем Благодарения, Черной Пятницей. И, ну, там по мелочам я вам тоже уже как бы рассказывал, мы со знакомыми отмечали. Ну, получилось, что у меня в трейлере, ну, сначала во дворе, потом в трейлере, когда холодно стало. Ну, просто как бы другого места не было. Вот. Ну, в принципе-то хорошо отметили, да, все это. Черная пятница. Тоже помогал знакомому там двери покупать. Это тоже на канале все было. Поход в Home Depot. Вот, он попросил, чтобы помочь там и с погрузкой, и с транспортировкой. В субботу, получается, я только вот единственный день отдохнул. Ну, как бы, просто хотел отдохнуть, хоть выходные, там, поспать. Вот такое. Поэтому в субботу практически ничем не занимался. Ну, может, там, уборку делал, там, какие-то... Может, уже видео выкладывал, я уже не помню. Ну и в воскресенье, что у меня было день рождения. Мое, 43 года. Я вам говорил, я записывал день рождения, ну там тоже как со знакомыми, но я два раза отмечал, потому что, ну я вам рассказывал ситуацию, сейчас как бы, ну такая, зима вообще напряженный период всегда, из-за праздников, из-за всяких событий. Здесь тоже вот у меня знакомые, которых я приглашал, они, я вам говорил, переезжали, или работа, ну тут сложно, тут очень много работ, которые, ну, у меня и другие знакомые, кто тут в 2 часа ночи надо вставать, чтобы на работу ехать, вот, и поэтому мы отмечали чисто символически. Ну, у меня есть какие подарки, я вообще не подарки никогда не просил и не рассчитывал, но я не знаю, мне подарили, они неплохие, можно даже отдельные видео записать по распаковке, по обзору подарков. Я не хочу просто сразу говорить, а то будет неинтересно. Вот. Да, я вам говорил, ну, пришлось два раза отмечать, потому что пират был недоволен. И он, ну, то, что мы как бы ели, он такое не любит. Он больше любит рыбную кухню, морепродукты. Поэтому пришлось сделать еще отдельный день рождения, как бы отмечать с пиратом. Но у меня были устрицы. Свежие морские гребешки, стейки, рыбы меч. Это я все готовил. И, в общем, один день еще отдельно отмечал с пиратом. И вот это вот все я записывал. Но то же самое. Некогда просмотреть, смонтировать, выложить. Вот. И... мой подарок, который я сам для себя покупал. Вообще так получилось, что я, ну, рассчитывал один подарок купить на день рождения. Но, блин, из-за гребаной Черной Пятницы я все-таки не смог удержаться. Просто тот подарок, о котором я всегда мечтал, он был по очень выгодному предложению. Ну, на то время. Сейчас уже, конечно, чуть цена подупала, но... именно тогда, когда я покупал, была очень выгодная цена, причем, что
обычно этот товар никогда на таких больших распродажах не бывает, тем более даже не на Черной пятнице никогда я не видел. Вот они всегда держат цену до упора, и это я вам уже рассказывал в другом видео. Там я всегда хотел камеру новую для канала, естественно, GoPro, и выбор среди них небольшой, это был GoPro 8 Black и Hero 360 Max. Но я делал исследования, читал, в общем, они обе хороши, но они для разного предназначения. То есть они не взаимозаменяемые. То есть надо две иметь. Поэтому я, конечно, Hero 360 Max тоже буду со временем покупать. Но она как-то неестественно дорогая. То есть она стоит $500. Это очень много. А Hero 8, она стоит всегда так же, как и все остальные камеры GoPro. Она стоит 400, ну, 399. И та стоит 499. Вот. Точно так же стоила GoPro 7, когда она появилась. Но GoPro 7 я не покупал, мне ее подарили. Вот она, кстати, тут. Black. 6.5 я вам рассказывал, я пропустил, потому что модели были неудачные. И это не только мое мнение, это, в принципе, всех мнение. Они тоже стоили по 399, когда выходили 5 Black и 6 Black. То есть это как бы такие переходные модели, неудачные. Я вам тоже как-то рассказывал, в то время, когда они их выпустили, у них как раз вообще не пошли эти камеры, и плюс весь остальной бизнес не пошел. Видимо, ну видите, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Они делали охренительные камеры. Hero 1, Hero 2, Hero 3 Plus Black, это вообще был, ну, просто хит сезона, который, ну, я не знаю, через там даже... больше чем 5 лет, как она вышла, ей еще продолжали люди пользоваться. На нее кучу модов было выпущено, кучу аксессуаров. То есть 3 Plus Black у меня, по-моему, у меня 2 их было. Я одну продал, и одна у меня еще сейчас лежит как память. Но тоже ей можно снимать. Я вам говорил, батареи умерли, но я заказал. Hero 4 Black. Отличная камера, но в ней, по сути дела, нету разницы с 3 Black. Кроме того, что батарея другая, там чуть-чуть изменения. Но, по сути дела, вся та же самая камера. Один к одному. Вот. Все было у них на коне. Да, мало они над ними работали. И получается, как-то они с 5 и 6 потеряли. Ну, видимо, недостаточно усердия прилагали, чтобы внедрить в них что-то супер. Камеры получились дерьмо, потому что они, видимо, все усилия разработок пустили на дрон. Был этот самый какой-то там GoPro дрон, Karma, по-моему. Был у них GoPro гимбал. Короче, они решили выпускать кучу всякой электроники. Ну, то есть, они как бы резко-резко поднялись на этих GoPro. Ну, действительно, сделали хорошую работу и стали популярными, заработали. Ну, видимо, зазвездились и решили, во, раз мы сделали там такую офигенскую камеру. Хотя уже конкуренция на рынке какая была, уже и Panasonic сделал тогда камеру, Sony. А тут они вместо того, чтобы, блин, в камеру улучшать, начали это самое. В эту всю другую сферу лезть, где они ничего не понимают. И, конечно, ни дроны, ни гимбалы, вся эта канитель не была воспринята аудиторией. Дорогие цены, качество как бы топовое, но функциональность на уровне конкурентов, поэтому люди, кто знакомы там с DJI и там с другими производителями, они решили на GoPro не переходить. Вот. И пока GoPro вот это парилось, тут как раз таки эти производители стали влезать в камеры. Тут и Сонька неплохую сделала, и DJI сделал свою камеру, хотя он только дронами занимался. Ну, GoPro все-таки, да, они все практически потеряли. Акции GoPro стоили по $90 за акцию.
Посмотрите, сейчас цена, они стоят 3,90. $3.90. Они, ну, считайте, 20 раз упали. У меня они в одно время были. Ну, я на них ничего не потерял и не заработал. Я их, по-моему, по $4 когда-то покупал, а потом по 4,50 продал. Они, по-моему, в какой-то момент даже до 7 доходили, а потом опять до 3 упали. Ну, короче, не о том разговор, просто, ну, огромное падение. То есть акции упали в 30 раз. Это, ну, это просто чума. И их, естественно, уже никогда они обратно не вырастут. Но GoPro отказались от этих дронов, отказались от этих гимбалов. Сделали, наконец-таки, ну, опять бросили все силы на разработку камеры. Hero 7. Это действительно огромный прорыв. Просто огромный прорыв. Просто после 5.6 люди уже потеряли доверие к ним. И 7 особо не стало хитом, но камера офигенная. Но просто уже GoPro доверия не было, ее мало покупали. Я бы тоже, наверное, не покупал бы, мне подарили, но я считаю, это была судьба, потому что я в тот, на тот момент, после 4-й, я все-таки купил Соньку, потому что 5.6 я не покупал. И многие люди, они также поступили. Кто-то купил Соньку, кто-то купил Олимпус, тоже была неплохая камера. Кто-то купил Никон. А кто-то, ну и Kodak, по-моему, тоже были камеры Action. Nikon кто-то покупал, но Nikon не очень. Неплохие были эти Garmin. Ну, то есть очень много всяких камер вот этих развелось. Не считая китайских, там Xiaomi 4K, Xiaomi 4K, там Yimi. Ну, там множество всяких было. Вообще дешевых и достаточно конкурентоспособных. И точно так же 5-6 фигня, люди, блин, перестали их покупать, переключались на другие камеры. 7 это как бы так опять переходный период, я считаю. Но 8 это просто, я вам говорю, это просто разрыв, короче, всех границ, как это сказать, всех канонов. То есть 8 просто бомбовая камера и как бы неплохая 7. Охренительная 8. Люди стали обратно как бы проявлять доверие GoPro. Ну, на стоке это не повлияло. Они там то растут, то падают. Они уже утоплены. Вот. Тут надо годы теперь, чтобы компания обратно вырасти. Потому что она же годами росла до этого уровня. С Hero 1-то сколько времени прошло. У них вообще изначально даже была пленочная камера. И я как-то вам ее даже, блин, по-моему, показывал, да. Надо было купить вообще для коллекции. Ну, не знаю, поискать на eBay, может, их можно найти. Вот, то есть они, ну, очень давно они начали этим заниматься, когда еще никто не знал, что такое экшн-камера, они там просто мини-камеру защитную хотели сделать. Вот. Потом появились цифровые, они это использовали как это. Ну, 8, короче, просто всех порадовало. Офигенная батарея, все, камера просто супер. Там просто не к чему абсолютно придраться. Постоянно апдейты выходят, новые прошивки. Короче, в Европе продажи зашкаливают. Черная пятница, там на складах опустили GoPro. Вот. Ну и по этой теме я и купил GoPro Special Bundle. Очень дешево, Special Bundle. Идет со штативом, с креплением на голову, с дополнительной батареей. То есть две батареи в комплекте и карта памяти SanDisk Extreme, небольшая, на 32 гигабайта, но все равно в комплекте, не надо покупать. То есть взял этот наборчик, и ты готов к съемке. Блин, а что тут это самое, столько полиции? А, они задержали. А, они никого не задержали. А, что-то они тут просто стоят. Так, это, ладно, друзья, не буду вас грузить. Короче, камеру, анбоксинг я записывал, но он что-то получился долгий. Это был только анбоксинг, но получился 40 минут, поэтому я не знаю, буду ли выкладывать. А все остальные видео будут со временем. Всего вам наилучшего, с наступающими праздниками, и да благоволит вам Господь. Пока-пока.